топовый гардероб. Подписывайся на телеграм-канал «Салон красоты». Ссылка в закрепе. На премьере фильма актер Павел Деревянко появился один и заявил, что разошелся с женой. Дарья Мясищева, жена артиста, позже подтвердила, что они с мужем больше не вместе. «Да, мы разошлись», — сообщила женщина peopletalk.ru. Причины разрыва неизвестны. Деревянко ранее отмечал, что у него с супругой свободные отношения. Возможно, Мясищева устала от этого, и супруги решили дальше идти по отдельности. Напомним, Павел Деревянко и Дарья Мясищева воспитывают двух дочерей, 10-летнюю Варвару и 6-летнюю Сашу. Пара была в браке на протяжении более 10 лет. Топовый гардероб. Подписывайся на телеграм-канал «Салон красоты». Ссылка в закрепе.